Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала. Сегодня я хочу с вами поделиться рецептом пикантных куриных крылышек, маринованных в абрикосовом джеме. Это очень простой рецепт и очень вкусный. Значит, что для этого нам надо? А для этого нам надо перец, соль и абрикосовый джем. Значит, приступаем. Значит, у меня здесь 0,5 килограмма куриных крылышек. Я их предварительно помыла и просушила. Значит, что нам надо? Сначала мы их солим. Солим вот так хорошо. Соли не жалеем, хорошо солим. У нас должен получиться, ну, такой вкус. Сладко, кислый, горький. Такой вот. Но эти крылышки невероятно вкусные получаются. Вот так вот. Хорошо посолили. Прям хорошо. Вот так вот. И нам нужно очень хорошо их поперчить. Прям так больше. Вот смотрите, как очень хорошо. Тщательно перемешиваем и добавляем, здесь у меня, ой, аж слышно, абрикосовый джем. Ну, такая вот хорошая столовая ложка и еще вот все, что получается уже 2 столовых ложки на 0,5 килограмма крылышек. Вот, все уже. И баночка. Все, пустая, освободили. Так. И все это тщательно перемешиваем. Варенье должно быть вот такое вот. Джем. Ни дольками, ничего. Так. Можно попробовать на вкус. Нормально, ничего не надо добавлять. На удивление, вкус получается потрясающий. Никогда бы сама не поверила, что вот в абрикосовом джеме получаются такие вот обалденные куриные крылышки. Так, все, мои дорогие, мы вот это вот все замариновали и ставим в холодильник на ночь. Ну, вообще, ну, допустимо от 3 часов, не меньше. Ну, и чем больше они промаринуются, тем лучше. У меня они будут мариноваться ночь. Ну, и посмотрим, что будет у нас завтра. Завтра продолжим. Ну вот, продолжаем. Прошло время. Крылышки замариновались. Я их поместила вот в такую форму, предварительно смазанную подсолнечным маслом. Ну и сейчас будем запекать в духовке, разогретой на 180 градусов. Сначала я буду запекать при температуре 180 градусов 15 минут. Потом при температуре 160 градусов 15 минут. Ну и еще там 30 минут при 180 градусов. Вот так надо по рецепту запекать. Крылышки у меня мариновались, ну, почти сутки получается.
хорошо замариновались. Все, помещаем мы их в духовочку. Так, ну вот, прошло время. В итоге крылышки у меня приготавливались 50 минут. Вот, я уже смотрю, они уже готовы. В процессе я их периодически поливала образовавшимся соком. Вот, и я уже их продегустировала. Вот смотрите, какие они мягенькие. Смотрите, как мясо отстает прямо от кости. Вот такие прямо. Вот. Сказать, что это вкусно, ну, это не сказать ничего. Это просто обалденно вкусно. Вот я уже продегустировала вкус, ну, такой кисло-сладкий, вкусный, кто любит. Такой вот пикантный, обалденный, короче, получается. И еще вот такие у меня перцы, которые я мариновала, видео есть на моем канале. Вот прошло время уже, ну, больше недели, они еще лучше замариновались, ну, и стали еще намного вкуснее. Такой вот островатенький вкус такой, ну, короче, к этим крылышкам просто великолепно. Ну, все, мои хорошие, всем удачного приготовления крылышек, кто захочет. Ну, и до встречи на моем канале. Дальше буду я тоже новые интересные рецепты вам предлагать. Все, всем всего хорошего. Пока-пока.